Выращиваем арбуз на балконе. Я его посадила в 12-литровый горшок. Вот. И так как мы выращиваем на балконе, то есть опыление здесь естественным путем не происходит, мы должны опылять вручную. Сейчас покажу как. Находим женскую зависть. То есть женская зависть это у нас будет с арбузиком. Вот он. Вот. Видите? И если мы его не опылим, он засохнет и отвалится. Поэтому нам понадобится мужской цветочек. Делать это надо утром, когда цветочки раскрыты. Мы кладем на женский. Оставим на какое-то время. Вот у меня здесь есть вот арбузик. 3 дня назад он был вот такой же малюсенький. Вот. За 3 дня он подрос. Прям каждое утро прихожу и вижу, как он увеличивается. Очень приятно наблюдать за этим. До первого арбузика у нас должно быть где-то 13-14 листиков. Вот, на плите, чтобы ему хватило сил выдрить. Все, какие боковые побеги были, вот у меня здесь был боковой побег, все я отрезала. И вообще, вот на этой плите я оставлю только один вот этот арбуз, а этот я оторву. Потому что боюсь, что ему может не хватить сил для двух. Все-таки, если было бы земли побольше, можно было бы оставить парочку. Видите, я снимаю на следующий день, после того, как мы вчера опылили арбуз. Вот он, значит. Был очень маленький. За ночь прям подрос. Это говорит о том, что опыление прошло удачно. И теперь он начнет каждый день набирать вес. Вот как вот этот. Прям тоже подрос за ночь.